Тож, як я і обіцяла, музичні гості вже поряд зі мною. А саме Оксана Мадараш, заслужена артистка України, диригент Київського національного академічного театру оперети, Олександр Добровольський, директор Миколаївської обласної філармонії, та Сергій Голованов, викладач Миколаївського державного вищого музичного училища, керівник вокального ансамблю «Кансона». Доброго ранку, привіт. У нас такий, що 31 січня, тобто вже в цю неділю, о 14:00 відбудеться концерт. Я не хочу розкривати всі таємниці, я це право дам вам, що це буде за концерт і який привід того, що він відбудеться. Будь ласка, вам слово. Концерт відбудеться з нагоди 260-річчя Вольфганга Амадея Моцарта. Щорічно проводяться концерти до ювілеїв різних композиторів, і цього року ювілей Моцарта, тому вже стало традицією, що до нас приїздять різні диригенти, і під їх керівництвом наш камерний оркестр «Арс Нова» проводить концерти. На цей раз до нас завітала Оксана Мадараш, з якою ми вже співпрацюємо поспіль декілька років, і з її допомогою ця програма прозвучить. І, звичайно ж, силами філармонії неможливо було б цю програму здійснити, тому вже кілька років ми співпрацюємо з різними закладами учбовими, навчальними, і нам в цей раз знову ж таки допомагає хор музичного училища, керівником якого є Сергій Голованов. Так, от ви нам розкажете, яким чином ви допомагали, так? Чому саме вирішили допомогти, і потім ми ще повернемося, репертуар, і хто ще буде брати участь в концерті, будь ласка. Доброе утро, мне очень приятно отметить, что концерт, который состоится 31 января, это не первое наше сотрудничество с маэстро Оксаной Степановной Мадараш. Мы уже четвертый проект делаем, и хочется отметить, что каждый из представленных проектов, он является уникальным, потому что те произведения, которые прозвучат 31 января, будут и знакомы нашему зрителям, нашему слушателю, но некоторые из них будут исполнены впервые не только в Николаеве, но и в Украине. Дело в том, что маэстро Оксана Степановна, она недавно была в Италии и оттуда привезла ноты двух произведений композитора Вольфганга Амадея Моцарта, которые будут исполнены на этом концерте. Это «Санкта Мария Матер Дей» и «Мизерикордиас Домини». Я думаю, что нашим зрителям, нашим слушателям будет очень приятно услышать эти произведения, и они их оценят по достоинству, потому что сотрудничество нашего ансамбля с камерным оркестром «Арс Нова» всегда делает концерты более яркими, эффектными, и я думаю, что ближайшее выступление не будет исключением. Не хочу, хто ще більш детально, хочеться деталі дізнатися репертуару, музику, тим більше, що ви з Італії повернулися, отож хочеться вам надати слово. Да, дело в том, что этот концерт, посвященный Моцарту, ну, он уже традиционный. В январе вот мы такую хорошую традицию установили, что к дню рождения Моцарта обязательно мы отмечаем, в Николаевской филармонии звучат произведения. И, соответственно, каждая программа новая. На 80% это абсолютно новые произведения, которые прозвучат впервые. Да, приедет... Мы пригласили пианистку из Киева, она приедет, это лауреат международных конкурсов Ирина Рябчун, которая также вот, владеет старинными инструментами, карельоном, учится в Бельгии, по всей Европе, Индии, Индонезии даже выступала, и она вот с удовольствием откликнулась и прозвучит 9-й концерт Моцарта, который тоже имеет очень интересную историю, о которой, соответственно, зрители, когда придут, они узнают, потому что это уникальный концерт, который имеет свое секретное число, которое выражено в звуках, и я надеюсь, что зрителям будет очень интересно. Великолепная, соответственно, гениальная музыка Моцарта, которая настраивает зрителя. Вот. Прозвучит также 3-й дивертисмент. И, соответственно, вот эти выступления камерного ансамбля «Кансона»,
которые с удовольствием откликнулись на мое предложение и выучили очень сложные произведения. Это очень сложные, самостоятельные духовные произведения Моцарта, которые имеют очень-очень сложное развитие, но... вот что интересно, что мне нравится, что этот ансамбль с удовольствием берет все новые идеи и их воплощает в жизнь. Это, знаете, там состоит из студентов училища, и они все настолько горячие, настолько талантливые, что вот работать с ними очень большое удовольствие. Вот, соответственно, вот руководитель Сергей Васильевич Готує до цього, надихає. І от ми зараз йдуть активні репетиції, вже починає з понеділка, ми цю неділю готуємо. Дуже цікаво, і от як часу приходять репетиції, як саме вони відбуваються, трішечки поринути в це закулісся підготовки до таких масштабних концертів. Мені дуже, як глядачу, цікаво це. Ну, ми репетируємо як на базі временного поміщення філармонії, так і в суботу от у нас буде в лютеранській церкві будет такая генеральная репетиция, потому что там есть инструменты рояля, мы будем уже акустическую делать репетицию в субботу. Ну вот приглашаем, может быть, студентов, пусть приходят на репетицию генеральную, может быть, им будет интересно, потому что концерт есть концерт, репетиция – это немножко другое. Это совсем меньше. А да, какая разница? Вот в чем у тебя самая такая наиголовнейшая разница? Вот между самым концертом репетиция, на репетиции можно остановиться и что-то поправить. На концерте уже невозможно. Не можно все делать, так? Но на концерте может это и не відчутно, какие-то там помилочки такие маленькие. Это помилок не может быть взагалі. Не может. Ну, так. Неможливо. Будемо ідеальними. Так, хотілося б декілька слів про музику саме Амадея Моцарта. Чим вона дивовижна, унікальна, дуже цікаво дізнатися було. Ну, геній Моцарта до сих пор не розгадан, і це большая очень для нас честь исполнять таку музику і розкривати всі його тайни композиторського мастерства і исполнительського. От в програмі також буде звучати переложення фантазії фуга. Фантазия, она написана была для органа, фа-минорная, но мы будем исполнять переложение для камерного оркестра. Но я вам хочу сказать, что Вольфганг Амадей очень далеко смотрел вперед, и там можно услышать и что-то и Чайковского, и Шуберта, и да, потому что, ну, знаете, они очень... Гении, они смотрели далеко и последователям было откуда черпать. Было откуда черпать, безусловно. Там есть и бетховенские, можно 9-ю симфонию услышать. Вот, например, в Мизерикорде с Доминус проходит тема. Я думаю, что зрители и ценители классического искусства, я думаю, что они это услышат сразу. А затривались, то сколько будет тривати концерт? Концерт будет немного больше часа. Час 10. Час 10. Є ціла година, щоб насолодитися, да, таким чудовим концертом. Скажіть, а все ж таки, яку публіку ви чекаєте на такі концерти? От, і взагалі, чи полюбляють наші миколаївці класику, музику? От, на якому рівні зараз знаходяться? Ви знаєте, дуже люблять, тому що от, я вже не перший раз приїжджаю, і зрители, они, во-первых, это есть очень много те, которые очень стабильно ходят на филармонические концерты, и они уже знают программу, они интересуются, они готовятся. Они, вот я когда смотрю запись, я же не вижу, потому что я дирижирую, а зритель за спиной, но я ощущаю энергетически зрителя. И когда я смотрю запись, я просто смотрю, как люди, ну, они, как вам сказать, закрытыми глазами они просто уплывают. Они говорят, мы как погружаемся в другой мир. Это очень нужно людям. Классическое искусство, оно структурирует, понимаете, структурирует организм, структурирует душу и заставляет нас подумать о вечных вещах. Именно поэтому оно до сих пор живо, именно до сих пор исполняются произведения классиков, потому что те вибрации, те сочетания звуков, которые есть в этой музыке, они на самом деле уникальны. И очень много людей, ну, сейчас с администраторами мы уже регулируем посещение, потому что бывали такие случаи, когда люди непредсказуемо приходят, и уже некуда размещать людей, потому что помещение кирхи, оно
вмещает там порядка 200 человек, все остальное уже просто не помещается. И вот сейчас люди уже тоже заранее резервируют билеты, и большая часть зала уже на сегодняшний день продана. Поэтому торопитесь. Так, треба поспішати, поки час ще є, щоб відвідати такий чудовий концерт. Скажіть, Олександра, ви ж директор філармонії, а що далі чекати нашим глядачам? Хто, наприклад, не встиг придбати квиточок на 31 січня, що буде попереду в нашій філармонії? Ну, у нас впереди много концертов, практически каждое воскресенье будут проходить какие-то программы, это и гости, и наши коллективы, то есть каждое воскресенье будет какая-то программа. Заходите на сайт филармонии, можно там отслеживать, какие будут программы. Также все эти анонсы дублируются в социальных сетях, в Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке. То есть можно там обнаружить. Ну и наши партнеры информационные, которые указаны на афишах, да, они все тоже поддерживают и продвигают информацию. Поэтому в конце концов можно просто позвонить по телефону и уточнить, какая будет программа. Дякую вам. У вас есть еще на останочек змога побажати доброго ранку, гарного дня нашим телеглядачам и заохотити, хто ще не придбав квиточок на концерт. Я знаю, відчуваю, що це буде дивовижний концерт. Ваші очі горять просто, я бачу, що ви чекаєте. Так, тому що цю музику неможливо не закохатися. І звичайно, і погода сприяє, і сонечко вийшло, і вже тане сніг. І я сподіваюся, що глядач, який прийде на цей концерт, він отримає шалене задоволення. Так, я отримала задоволення від того, що ви завітали до мене в студію. Я нагадаю, що Оксана Мадараш, заслужена артистка України, диригент Київського національного академічного театру оперети, Олександр Добровольський, директор Миколаївської обласної філармонії, та Сергій Голованов, викладач Миколаївського державного музичного вищого училища, керівник вокального ансамблю «Канцона», були поруч зі мною цього ранку і чекають вас на концерт, який відбудеться 31 січня.